А, бля, Дима. Что, блядь? Что ты, чужик, пишешь? Две минуты. Я капитан Комишет, да. Я не знаю, у меня что с головой. Амля. Ты написал Ася. Он это написал Ая. Ампля. Ампля. Я щипаю скидал, я пушила его на. Мамулечка. Вызови такси. Хочу поиграть с Иваном Волынкиным. Ладно, все. Арти что-то написал, почитаем. Дай 200 рублей такси. Бля, чё Дуфтер бомбит? Хачапури уронил. Нормально. Хачапури, это же грузинское блюдо, нет? Да хуй знает. А это все чурки на одно лицо. Цыганское. Не цыганское, это козья сперма, нахуй, в баночке. Так, Дефтер отвечает. Говно тебе в рот уронил. Нормально. А жопой уронил или ртом? Или из рук выпало? Да, ребят, конечно. Нельзя быть такими жестокими. Ебать, шальной финтит на тренингах. Ампля. Дим, кайс будешь после сбора? Да, можно. А Миша будет? Не, он спать пойдет. Ну тогда вообще отлично. Начинает туристы матч, Пипа Рабоны вешает. 1-0. А, не, с линии вынесли ЛП. Бля, как так? Все, ЛП контра, ЛП контра, все. 1-1 выходит, чувак. Прелмейстер. Сванин забьет. Не, Тирогин упал, так, еще. Игрмейстер, Тирогин еще отбил. Так, еще атака, навал, навес. Вынесли. Бля, а как они не забили? Пипа с мячом. Бля, Пипа на фланге. Такое, конечно. Контакт там играешь. Не хз. О, еще атака. Ну, нахуй, давайте быстрее закончим это дерьмо. Вот знаете ли борьба за чемпионство? Нет. Так, а все, ЛП я получил контроль над мячом. Шальной. Пасы. Волын на ЦЗ. Сочувствую. Так, ЛП штрафной. Шальной будет исполнять. What you say, what you say? Так, пас. Заброс. Беспалево вынес. Ой, пиздец, они насели на них. Беспалево привозит. Нет. Стрелок. Пас на ЦЗ в центр. Так, они вроде... А, не, они... О, боже, это конец. А, нет, там как-то отобрали. И вот, у туристов контра. Заброс. Пипа. Ждет забегания по флангу. Стрелка не дает им пас. Переводит на ЛЗ. ЛЗ. Янкель? Кто это? Навес. Все, контра. О боже, это конец. Все, походу, голову сейчас. Не, Волына выносит. Мы играть начнем сегодня. А зачем? Просто посидим. Ой, бля. Бля, а что они там рабонами все бьют мяч, блядь? О, походу гол. Нет. О боже, пенальти могло быть. Бля, ты мне так мяч выкатил с тупо.
Сейчас на ближку опять навесится, налево. Угу, да, на ближку. Ну боже, там чувак обрабатывает штрафной зачем-то. Гол. Гол. Пиздец, что такой тупой гол. Как он перебивает? Боже мой. Что это? Да нормально, нормально. Заковыряем. Это вообще бред. Они наиграли на гол уже, чё. Главное, чтобы 6-0 не было, или 6-1, как они там сыграли в первом круге. Какая разница? Ну, бля, когда ты 6-1 пробуешь, он тут в комиссии на какой платформе играется. Бля, ну чё там? Я не понял, да чё ты пишешь, ставишь? Ну, мы же написали, что до 45. Пацаны, пока ночь. Как борьба за чемпионство продолжается. О, о, перевод, ну-ка. Бля. Выиграл. Не, нормально. И какой-то заброс. О, гений, смотри, какой заброс. Да не, хуево. А, будет. Будет. Не, не будет. Не будет. Будет? Да. Сейчас волны прибежит. Ну, точнее, нет. О боже. Зачем он делает? Это фракиц был? Не знаю. Он уже маленький Лет борец. Это шмак был. Всё, не терапия. Да, хуйная игра. Там Сироген просто выходил перехват. Всё, пока. А чё случилось? Там забросил, Сироген вышел на перехват и мимо мяча просто пробежал. Который прям под его ногой пролетел. А мне казалось, что не так близко мяч, честно говоря, к ним был. Да, блядь, там мяч был около него прям. В смысле? Ну, так все, ну, все равно это рисково, блядь. Ну, мы такие забросы надо... Ну, там вариант был, либо он выходит и перехватывает, либо один на один выход. Не, ну там защита виновата, что такой заброс. Кидай, в смысле кидай, вы кидаете, блядь. Долбоёб. Сам ты долбоёб, хули ты оскорбляешь меня? Так, третий будет. Не. Не, алпы не остановить, это машина. Бля, как туристам проебали. Не могу понять. Хорошо, с туристом чуть все матчи последний плохо играем. Сколько не играли за Тоффи. Все. Теперь наш звездный час. Хочет меня кашель, заболел кто-то. Ой, это ваши игры, блядь. Да это не кашель, это тихой в рот поставил, Миш, просто. Итак, атака, русь, туристы. А, все, мы играем, Домерекс. Да там арена. Бля, опа, наши... типа на фланге прострел. Да они не отыграются с 2-0, блядь. Смеешься, что ли? Мы тоже. Тем более, чё арена так долго? Бля, они там время тянутся? О, 3-0, я что-то пропустил. Да-да, я тоже отвернулся. Там бики забил, что ли? Да, опять заброс. Да. Бля, нормально, кстати, забил. А у нас матч будет вообще? Я не знаю, мы нормально грузимся на ринке. А, вот может, Миша вылетел? Во. Они, наверное, выше, я думаю. Чё, у меня черный экран. Мертвый? Хуйня, появилась загрузки. Я на поле теперь. Я опять на ринке. На стадионе уже. Топовая игра. Блять, камера говно. Сейчас загрузимся. Не загрузимся. Один человек у них. Нет, два. Почему у них... А, не, у них загружались, блядь. У нас нет. Чё за хуй? Нормально. Прям уж боты нормально сидят. Во-во, я в игре. Всё, играем. Бля, ну чё они выходят? Они дауны, не понимают? Забивай, забивай. Нахуй фэрплей, балурод. Чё за бездари, бля? Почему они не понимают, что игра загружается? Они понимают, что их боты раскатают. Да, там болты начали раскатку, в принципе. Хрен там, да. Я ничего не нажимал, он сам поставил. Ну да, а? Раз. Бля, хрен, я думал ты... Ты нажимал. Я думал ты посмотно сделать, оказывается, ты беспомощное говно. Почему? Я архивой. Ай, бля, туристы. Ну чё, мы сейчас? Он навес. Мы поможем вам за борьбе за чемпионство. Ну, 0-3 первый тайм. Туристов один удар. Да, только там удар был, конечно, такой прикольный. Не, просто ЛП других соперников не так обыгрывали. Сильно. ЛП, ебать, днище, ебаный. Да? Сегодня днище. Как Дизель, конец сезона взял уебистый счет. Не, просто...
Ебать, меня бот удары пустил. Блин. О, сейчас быстрее прорезился. Бля, они там откуда зовут нас? Со Гвостока или чё? Пиздец, всё лагает, блядь. Защитники повыше играют. А вратарь? Вратарь тоже. Ой, надо упасть. Да. Нам нужно было еще один. Архив скидывай. Да, а да. А что архив, он главы делает? Ну недавно. Реально, блядь, долбоёба? Нахуй вешайте на дефтер, блядь. Архив, вставай на 16. Ой-ой-ой. Как он выводил его? Фротер вышел, что ли, или у них бот будет? Ну, походу, у них там Миша на воротах, и они решили, что он ему лучше не играть. Сам. Опа. Они подвинули его. А может так же сделать? Двигать. Голевая! Забейте уже, блядь! Да вы хуйки! Уёбка 2. Ну 16 архипы все это не закрыл. Боже мой. Бля, уже скидывай. Бей. Ну, самурай. Ну. Наконец. Ура. Бля, голевую засрали, ну пиздец. Мне вообще мечтать эти голевые вредно. Руслан был цель. Забил бал. Ну чё там, сейчас Рустурист пусть еще 10, блядь, и Руслан никак. Успеешь? Ой, там Мишка прилетит, но он его заброшен. Ну там уже 4-0, да. Да. Как говорится, он стал сюда ничего. Боже. Ой-ой-ой. Бля, Миш, только не бегал он. То есть, подожди, далеко жду, да? Просто туристы пусть его ТП за 2 матча 10. Я на дальнюю попробую слабо закинуть. Опа. Бля, серьезно. Сразу. Пинул сначала, блин. Ой-ой-ой. Ебать заброс. Ебать, что у меня. Да куда ты бьешь, боже мой. Можно принять пока. Короче, серьезно смотрю, как думаете, об Египте? Хрен архипа выбит. Алло. Ой-ой-ой. И он забивает торгов. Бля, вот такие дауны. Во-первых, он мог не сам это сделать, опаздывать. Изначально, когда он принимал мяч, там было непонятно, поэтому я сказал. Ну, поэтому я не знаю, зачем ты сказал. Я как говорит, хрен. Да и сам должен забивать такое, я считаю. Да бля, столько моментов уже. Ну как всегда, блядь, ничего нового. Сейчас пробьемся. Да похуй. Чтобы опас не мог бы нам пустые опять дать. Малисон. Опа, брес. Неплохо. Сука. Че, побежите, твари, по флангу? А Миша уже в офсайде точно. Да не. Кто в офсайде? Я-то остался в офсайде, да. Стоял уже сзади. Принял мяч, да. Я чуть вообще не понял. Айс передача 58%. У нас? Да.
Ебать, ваут уже. Куда? Блин. Это в одно было. Хрен твой. Серьезно. Да боже мой, что ты делаешь? Да куда бежишь-то, блядь, вперед? Я думал, что ты мне так дашь. Сука. Блять, ты вообще убежал в центр, что ли? Я побежал открываться, подъезд еще под скидочки. Забегание. Ебать. Молодцы, молодцы, молодцы. Блять. По скидочке забегать. Что, блядь? Мечом завладеем вообще-то или? Нет, зачем? Смотри, сейчас отдадим. Мы вроде выполнили цель, забили один. Нет, это... Очень хуёво. Раздали кучу моментов. Забили один? Да. Опа. Так, смотрим, что же сделать Архип. Блядь, хороший. Я отдал мой мяч. А не, не отдашь. Не отдашь. Да, отдал. Пиздец. Санрайз выиграли. 4-0 пока. Опа. Бля, мы поменялись, конечно. Боже. Да как я до мяча-то не добрался, что за бред? У тебя плохие личные силы. Да куда? Блядь. Вы, блядь, торопитесь, блядь, там нет, а ты смотришь, вот прям вообще один стороны. А ты что, так торопитесь, блядь, дайте мне послушаю. Да. Бля, как у него пошло. Блин, давай, на спокухе. Бля, чё ты за меня, я одновесил. Ебать, ты спокойно делаешь. Я вижу касание. Блин, играл. Бля, ебать. Блять, что ударить хоть раз? Заебал. 40 метров, да? Штрафной стоит и не бьет. Поту. Пиздец, кто? Туристы забили. Это кто, экспромт? Вау. Да, там их другого могут зачислить. Нет. Типа Sunrise. Sunrise, Feldrim, когда счет? Feldrim? 1-0. 3-2. Мы-то еще будем забивать Sunrise? 8 ударов, 5 створ. Вы торопитесь, блять, с принятием решений, пиздец. Я не тороплюсь вообще. Да, ты не торопился, я видел, да. Верь, чем в касании, игрок стоит. Блядь. Спасы топовые, 5-4 задействуйте, блядь. Блин, с двух форварда. Хэн. 2-4. Это чё? Спасы. Ебать, такой дерьмо. Бля, как Марин 2 гола забил, ты ж пиздец. Сапура 4 из 11. Просто. Дайте время тянуть. Давайте, вам сейчас хорошая атака. Скидку сделайте, гол. И Марио третий гол забил. Все, хрен, заткни рот свой. А Руслан второй голевой дал, ребят. Все, 4-1 ЛП выиграли. Руслан голевой дал, пацаны. Все. Это пиздец. Это азар. Это тот. Руслан, а если бы преследовал личные цели, мне бы голевую дали. Не, не дали. Да, он бы не забил такого острова. Вот смотри, они включились. Бля, я что-то это... Сейчас, надо стрим найти Спартака, во. Найди стрим файлинов. Сейчас я найду, сейчас я выключу. Они... Бля, все, они закончили уже. Вот, сейчас стримфайлинов рублю, ща. Ребят, у нас проблема. Я стоял перед ним, короче, он отпустил мяч на секунду, и меня начал тянуть в него. Да, я видел. Центр. Нормально играл. Ну, Архип. А я понял, что они медленные дауны. Чтобы потому что у него 4 в 2. А не во фланг. Бля, Марио, это был полный пиздос. Это просто пиздец.
Что, ну блять, что он там увидел? Смотрим прямую трансляцию, пользуется. Выйдите в Домирекс, блять. Ой, блять, че. С трансляциями, еблан, блять. Там ничья у них. Так я вам логинки уже говорю, что нет ничего. Что делаешь? Я хотел аутпас дать. Ну, видишь? Аутпас дать? Там чисто. Чего? Центр. Я по фанк шел, чтобы пазать Миша, там не пошло. Бля, нихуя себе пазать. Просто пловка стучит. Смотри, как я бегу. Бля, все. Меня убили там. Ну. А фол, все. А фол, все. Так же, Дефтер сейчас разыграем. Я еще, может, паз дам, кто-нибудь забегайте слева. Сейчас поймем. Валим 1-1 сыграть. Мариус, 1-1, я вижу. ВК написали. Ну, отбери, отбери. Меня там убили. Ну, пас. Четвертый гол. Это за четвертый гол. Бля, как вы ебете? Хуй ты, блядь, так вдыхать-то. Я выпил. Тут даже Архип прибежал. А, мы же это был штрафной точно. Бля, здесь будет пенальти дать пробить. Хочу гол забить в сезоне хотя бы первый. Спасибо. Преследует личные цели. Хорош. А ты уебал. Бля, Марио, спасли, конечно, тебя это просто. Трэш. Бежим! Бля, да что происходит? Да иди нахуй! Они постоянно Руслан отдал штрафной оставляет, и поэтому типа и перевешивают пытаются. Карлик ебаный. Я тупо ничего не жал, думал, принес спокойно. Бля. Можно. Чё на Марио-то? Знаешь, когда заботитесь очки? Да нет, там можно было не торопиться, там можно было хорошо закинуться. Опа. Бля, если бы они пас еще давали. Да, но они могли быть... Дефтер ближка, хрен 16, Архип дальний. Так, кому надо выбивать на голову? На нахуй. Хорошо. Блять. Бля. Бля. Нормально. Вывози его. Хитрик Марио. Хитрик Марио. Офсайд. Удар. Офсайд. Бля, Руслан, как ты так долго давал? Там был низом дать, зачем вверх? Там можно было уже низом вывести. Опа. Дальний аут. Хрен, я его держу. Стэтхэм кидает аут. Да, они говорят, там пришел хрен, бери его. Алекс Дентис. Они кидают на низкую сумму. Забил гол. А, нет. Какая ты сука. Меня сломали. Что? Спор сломанный лежит. Преследуем личные цели, Миш, я бегу. Миша, преследую. Я Миша, здесь преследователи, конечно. Бля, Домирекс, я встретил. Эти стамины больше. Нормально. Отбились, на. Я кого ебать на голову? Я хотел Мишу обижать и уткнулся в него. Хотел Мишу обижать, преследуем личную цель. 2 CZ, 2 метра выиграл голову, но нас голову забить не могут. Преследуем личную цель. Смотрим. И вешаем. Ой, четвертый. А, это третий, да? Забил больше голов, чем за сезон. Я смотрю, как хрена поставили первый матч на LFI, он покер сделал. Просто он почувствовал, знаешь, конкуренцию. А с кем мы играли тогда, забыл? Какая-то хуйня.
уже не хватит. С Red Scorpions, что ли? Там еще гол со сайда вроде был, да? Такие же мертвые пилки. О боже. Не массы просто личную цель. Ох, какие зоны. Руслан, да что ты вообще делаешь, блядь? Просто... Я же сказал просто... тебе вниз, нахуй. Найс обрез. Здесь, блядь. Да, пасы просто. Опа. Я думал, ты забежишь, да. Но ладно. Ты бы Миша говоришь? Вроде... Да-да, Миша там, у них защитник вообще. Хорош, Юра. Стоял. Он там выебал чувака. Ооо, преследуем личные цели. Вниз. Да ёбаный рот, таким пасами, конечно, охуенно. Да не, они просто долго даёте пасы. Это сама задумка, правильно? Бля, даже с таким матчем Харёк сухой, походу, заработает. Нет, походу, да, в защите второй тайм почти не играл. Перевести можно. Сигарёк, вот так же. Да, не, нельзя, я понял. Меняем Сигарёк! Ой-ой-ой, как он преследует? Беги! Там Дефтер преследовал цели. Бля, у меня оценка падает. Свистит. Он не свистит почему-то. О, забиваем. Давай. Дайте пас, хочу гол забить. Что, сука? Миша. Ты сука? Лично цель. Бля. Бля, у них бот тупой, ты просто здесь. Просто на центре поля бегает. На опке. Ты свисти, ты уже плевать, блядь. Я хочу гол забить. Залупа ебаная. Ну, Юр, спасибо, что помог, конечно, тяжелый матч был. Без тебя справиться. Да, 8 из 15 пасов, заебись. Преследовал личные цели, бля, ни одной голевой не дал. Самурай 2 голевые, нормально. Бля. Динахо трансферное окно открывает. Когда? А как вы сыграли? 1-1. Ну там такая агония была. Мы, наверное, должны были проебать 3-0. Со Спартаком? Нет, с Warriors, блять. Со Спартаком, если бы. А вы как сыграли? У нас это вратарь будет. У нас вратарь Харёк был. Сыграли, давай скажи мне. Так сейчас. Я второй тайм в атаке бегал. Значит, вы проигрывали. Нет. Слава богу. Харёк второй тайм в атаке бегал. На вратаре? Бля, помню, Волына сказал, что надо записывать повторы голов для чего-то. Чтоб голы недели, типа, или что-то. Я знаю, что выключите голов войдет в гол недели. Да, из Бафортунска. Как сыграли, Волны хочет знать, осталась ли борьба за чемпионство. Напиши, что проебали 5-0. Я же написал, вроде ВК уже. Какая слабая команда, это, конечно, пиздец еще. Прямо, ребят, можно в вратаре доиграть сегодня? Я думаю, лучше бы... Договорись, он на ПЗ будет играть, а ты на Домирекс на ЦЗ. Так это без проблем, как бы договориться. Окей. Я не знаю, какой в нарезку головой мне нравится красивый. Второй. Ты там лежишь еще. Не, мне больше просто Демирекс уебали, когда я... Все. Вот там лежу, минуты две. Просто такой бомж лежит. Все похуй. Спартак Confession выиграл. Спартак выиграл Confession? А что там с Confession опять случилось? Они все так хорошо стали играть, а потом опять обоссались. Они хорошо стали играть только с Фалинами, когда 5-4, и все, это единственная их победа. Не, мы с ними играли, они нас ебали, пистаем, блядь, очень тяжело. Помадка не хочет играть. Не, они нормально играли же, кажется. А, они типа токсичные пидоры? Просто потом... Они... Ну, они разъебали Фалинов перед перерывом на месяц. Так они еще и до этого, смотри. И у них плюс мораль была. Confession в Pro 1-2. Confession Final 5-4. До этого был матч. Confession Рустериста. Они проебали. Выиграли ЛГУА. Мы побеждали до этого, просто потом что-то...
А, ребята, это... Все матчи в РКПЛ сухие на вратаре. Держу в курсе. Фортуна 5 ударов, 0 в